решился все-таки установить кондиционер. Заказал я его в Ростове. Прислали именно под Т-150. Ну, вот, установил вот так радиатор. Получилось, есть крепление, но оно мне не подошло. Я его отпустил вниз, так как у меня сверху стоит радиатор с коробки. Решил его вниз, пересверлил дырки под крепежку. Вот так. Ну, в принципе, подошел, все нормально, ничего сложного. Осушитель. Под осушитель делал крепление сам, пластину. Что-то я там не нашел в наборе нужного. Может, куда-то в другое место крепится. Получилось вот так. Компрессор. Все родное, заводское, на 24 вольта. Под ЯМЗ-236. Крепление. Сюда ставятся шайбы тоненькие. У меня получилось засунуть все 4. Все плотненько. Так, тримешок один в комплекте. Самая была возня — это проделать это все аккуратно. Это было самым трудоемким. Проводка длинная, шланги тоже длинные, то есть можно помудрить, хватает везде. Так, сейчас в кабину. Так получилось у меня. Так. Сам испаритель прикрепил над бардачком, под снизу шланги провел вот так, пластину вырезал, герметиком замазал, плотненько, щелей нету, все хорошо. Так вот получилось. Так. Дует хорошо, три скорости, флажки открываются, закрываются, сюда. Надеюсь, будет все работать. Френом заправили, все как положено. Ну, то есть установки особо-то сложности нет, но если это первый раз, то надо маленько голову поломать, в интернете полазить, у людей поспрашивать. Ну, в принципе, все можно сделать. Кондиционер заказывал в компании Терафриго. Ну, в принципе, все хорошо и быстро. Отправили транспортной компании. Пока работает, будем испытывать в поле.